Процедуру упрощенного банкротства проходят почти 3,5 тысячи граждан. Общий долг составляет более миллиарда рублей. За год действия закона о банкротстве в МФЦ обратились почти 9,5 тысяч граждан, больше половины заявлений были отклонены. В среднем каждый должник, проходящий процедуру, задолжал банку 349 тысяч рублей. Однако программа не имеет широкого спроса у населения ввиду жестких критериев отбора для одобрения многофункционального центра. Детали на сайте.